Всем привет, ребята, с вами ребята, и сегодня мы опять-таки начнем. Мы вернулись в Реал Оперсити, и сегодня, ребята, я расскажу про новые новости, которые появятся в новом обновлении, то есть новые тачки, новая карта и еще новая аватарка. Так что обязательно, да, смотрите, ребята, ролик до конца, потому что, ну, этот ролик получился просто топовым, дружище, а если ты еще поставишь лайк и подпишешься на канал, и нажмешь на все уведомления, то ты не пропустишь новые ролики, и этот ролик посмотрят другие. А еще, дружище, если твой друг тоже любит все эти, то не забудь, конечно, с ним поделиться с этим роликом. Ну а давайте, ребята, можно его будем, наконец-то, томить наш ролик и начать. Ну, перед тем, дружище, как начать, как рассказывать про обновление, я хочу тебе, дружище, посоветовать один YouTube-канал. Это, конечно, YouTube-канал по Real Oper City. Там каждый день проходит суеты, и если, дружище, ты любишь суетить на тачке, то обязательно туда подпишись, ведь там делают реально крутые суеты. Ну, дружище, я хочу, конечно, начать с новости, которого я был в шоке. В игре будет новая аватарка, и вот как она будет выглядеть, да. Это, конечно, дагестанская, конечно, новая аватарка, если не ошибаюсь, то, значит, у нас разработчики из Дагестана, то есть это, конечно, Махачкала, это столица Дагестана. Ну, я так слышал, ребята, из блогеров, но вы думаете, я правильно назвал? Но, ребята, если ошибся, извините, но если сказал правильно, то, ребята, напишите в комментариях, да. И там еще, кстати, стоит еще тачка, там, вазик. Да, походу, разработчик у нас любит очень-очень много суетить. А следующее — это целая сбана. Представь себе, ты молодой пацан, и ты покупаешь себе банан черного цвета. Кто-то у тебя спрашивает, что за у тебя машина? Ты говоришь, у меня Мерседес банан. Мы с тобой звездопам, два билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем. Дружище, да, это вот следующий вот такого, да, конечно, бампер отваленный, конечно, банван, то есть банан, то есть он тоже будет, конечно, в игре Real Oper City, то есть у нас будет банвас отваленный, конечно, вот бампером, и этот, конечно, Real Oper, этот банан просто выглядит очень шикарно, потому что, ну, дружище, согласись, отваленный с бампером, да, вот, банан выглядит просто супер, очень круто. Ну, дружище, вот прям это вот такие вот новости. Но это еще не все, дружище. Есть две новых тачки. Это, конечно, ВАЗ Кабриолет, который разработчики нам это уже давно обещали. Еще новый какой-то ВАЗик, дружище. Вот, напиши обязательно в комментариях, было ли вообще такое. И следующее это у нас. И, дружище, в этот раз я не просто так на зимней карте, а потому что, дружище, на зимней карте, конечно, у нас будет зима в Real Oper City. Да, дружище, представляешь, в Real Oper City будет в новом обновлении новая зима. То есть разработчики там столько время готовили, конечно, на обновление к Новому году. То есть, может, конечно, будет в игре Real Oper City какой-то инвент или же еще что-то. Ну, например, что может быть? Елочка, какая-то новогодняя тачка, новогоднее настроение, новогодние песни в Real Oper City. И это реально вот просто очень круто, дружище. Ну, как ты думаешь по поводу этого? Обязательно напиши в комментариях. Ну, я просто в шоке от разработчиков, который просто делал все это, и реально это просто топ. Просто топчанский. Ну и, дружище, это еще не все, конечно, разработчики. Но еще, дружище, это еще не все. Разработчики сегодня, конечно, телеграм-канал Real Oper City Informations и Real Oper City. Ну, это, конечно, телеграм-группа по информациям Real Oper City. Нам слили вот такую вот, конечно, новую вещь для, конечно, салона Real Oper City. То есть, когда вы будете заехать, конечно, в автомастерской, чтобы прокачивать наши вот такие вот тачки для суеты, чтобы суетить, да, потом вот. Вот, вы можете поставить, конечно, вот внутри салона вот такой вот прилог, конечно, научился ездить с помощью GTA, ну, как там пишется, ну, я уже забыл, дружище, но вы на экранах выйдете, это очень круто. А еще следующая, конечно, новость, это, конечно, ваша любимая, конечно, тема, ребята. Вы ее так долго ждали, ну, я тоже ждал, и это, конечно, открытие дверей. Да, в игре Real Oper City будет открытие дверей. Я тоже сам был в шоке от этого новости. Но в игре реально будет открытие двери. Я тоже был в шоке, ребята. Я думаю, что вы тоже в шоке. Потому что, ну, открытие двери — это же реально вот что-то с чем-то, дружище. Ну, реально, вот напиши в комментариях, как ты думаешь по поводу этого. И следующая новость — это, конечно, повреждение тачек. Да, в игре Real Oper City может быть повреждение тачек. Да. То есть вы будете, когда ехать, вот так вот и просто врезаетесь, и у вас будет повреждение тачки. Но разработчики нам уже это готовят. И к новому обновлению, к новому
году, я думаю, что уже будет обновление готово, и мы сможем на новое обновление, конечно, посуетить, поиграть, и это будет просто, дружище, очень круто, очень классно, дружище. Как ты думаешь по поводу этого? Обязательно напиши в комментариях, потому что, ну, я люблю суетить, дружище, как бы суета, это вообще очень круто. И вот просто, дружище, новое обновление, походу, уже скоро, и нам нужно остается, конечно, ждать нового обновления от разработчиков Real Opercity, и по скором времени мы сможем, конечно, поиграть в обновление Real Opercity. Но, дружище, если тебе, конечно, понравился ролик, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, и не забудь смотреть мои другие ролики по другим играм, потому что они тоже получаются очень крутые, и, дружище, в скором времени выйдет еще один крутой ролик по поводу Real Opercity, который тебе ты не должен пропустить, ну, это вообще крутая тема, дружище, обязательно досмотри, конечно, ее тоже не пропусти. Но, дружище, давайте тогда увидимся в новых роликах, всем до скорой встречи, и всем, ребята, пока-пока.